Бангладеш. Здесь сталеплавильная промышленность является одной из важнейших отраслей экономики. KYCR Coal Industries Limited, дочерняя компания KDS Steel и конгломерата KDS Group, относится к числу крупнейших производителей холоднокатанных полос. Центральный элемент установленного в 2000 году прокатного комплекса на заводе KYCR – это одноклетевой реверсивный стан холодной прокатки RCM от SMS Group в исполнении Sexta для производства сверхтонких полос. В настоящее время завершено его переоснащение в двухклетевой компактный стан CCM, причем этот стан является одним из первых станов типа CCM для сверхтонких полос. Для этого расширения компания KYCR выбрала экономичную концепцию, разработанную SMS Group. Уже на стадии разработки RCM были учтены и, соответственно, подготовлены фундаменты для размещения второй клети. Так обеспечивается возможность эффективного расширения RCM производства SMS Group. Вначале проводится демонтаж выходной части с моталкой, тележка для рулонов и ременным захлестывателем, а затем ее смещение. На освободившемся месте устанавливается вторая клеть. Также монтируется дополнительное оборудование гидравлики, вытяжной вентиляции и межклетевого участка. После расширения имеющегося стана RCM до стана CCM, компания KYCR увеличила объем производства со 100 тысяч тонн до 170 тысяч тонн холоднокатанной полосы в год. К отличительным особенностям установки относится технология CVC+, в сочетании с использованием очень тонких рабочих волков диаметром минимум 200 мм и максимум 240 мм. Они обеспечивают высокую степень обжатия. Полосы шириной от 600 до 1050 мм и начальной толщиной от 3,0 до 1,6 мм могут раскатываться до конечной толщины, составляющей от 0,5 до 0,9 мм. Концепция модернизации SMS Group также включает в себя электрооборудование и системы автоматизации. Существующий одноклетевой стан на заводе KYCR был оснащен электрооборудованием и системами автоматизации другого производителя, поставленными более 14 лет назад и не отвечавшими современным требованиям. По мере возможности было решено перенять имеющиеся компоненты, такие как толщиномеры и приводы первой клети, и провести обновление встроенного ПО с установкой новых интерфейсов Profibus. Такое решение является особенно экономичным. Новая клеть холодной прокатки Sexta была полностью оснащена новыми приводами и системами регулирования. Центральным элементом автоматизации на заводе KYCR является новая система Expect первого уровня от SMS Group. При этом, среди прочего, специалисты SMS Group внедрили систему регулирования толщины для обеих клетей и систему регулирования натяжения моталки вместе с комплексной системой регулирования натяжения на межклетевом участке. Оператор может в любой момент оптимизировать планшетность посредством гидронажимного устройства, системы сдвижки CVC+, и системы изгиба волков. Кроме того, клети оснащены системой регулирования HS для горизонтальной стабилизации тонких рабочих волков. Также реализованы система настройки для стана, система управления последовательностью операций и система генерирования отчетов для обеспечения и документирования качества. Новый пульт управления оборудован компанией SMS Group. Здесь в масках ЧМИ для обслуживающего персонала наглядно отображаются все процессы прокатки и результаты производства. На экранах дисплеев можно увидеть, как точно работает новый стан CCM. Допуск по толщине для полос менее 0,2 мм составляет лишь 2 микрометра, что значительно превышает договорные требования в 4 микрометра. Посредством простого переключения установка может эксплуатироваться либо в одноклетевом, либо в двухклетевом режиме. Это обеспечивает высокую гибкость прокатного производства, особенно при изготовлении тонких полос.
На этой установке KYCR в состоянии прокатывать и высокопрочные низколегированные стали. Всего лишь через 95 дней после ввода в эксплуатацию стан CCM уже выполнил все требования, и SMS Group получила от KYCR акт окончательной приемки. Как и во всех проектах SMS Group, технология, включая работы, способствует достижению хороших производственных результатов. При этом перед вводом в эксплуатацию все компоненты электрооборудования и систем автоматизации тестируются и оптимизируются посредством моделирования близкого к реальности. В итоге на заводе KYCR удалось значительно сократить этап ввода оборудования в эксплуатацию. На сегодняшний день CCM работает в трехсменном режиме и производит высокоточные тонкие полосы в пределах строжайших допусков. Новая установка CCM на заводе KYCR является одной из первых установок этого типа, стабильно осуществляющих прокатку полос толщиной менее 0,122 мм в постоянном режиме. Предварительно запланированное сооружение установки с учетом экономичного способа перехода с RCM на CCM и разумное решение по системе автоматизации, специально реализованное для производства тонких полос. Демонстрирует и на KYCR в Бангладеш, что эта эффективная концепция модернизации, разработанная SMS Group, является залогом успеха для эксплуатационников установок.